день, граждане Республики Казахстан. Хочу показать вам, как установить и скачать справку о пенсионных отчислениях. Заходите в Play Market, набираете EGOV.KZN. Вот этот EGOV, вот таким цветом синеньким. Устанавливаете его. Значит, когда заходите, его устанавливаете, здесь есть приложение, как пройти авторизацию. Да? Здесь можно удаленный выписк ЕЦП, то есть вы можете ЕЦП установить через приложение. Заходите. Дальше есть услуги. Услуги трудоустройства и занятости. Вот здесь видите, вот есть выдача информации, поступление, движение средств вкладчика единого пенсионного фонда. Авторизация. Ну, я установил, авторизировался. Поэтому здесь просто заходите, информация, обратите внимание, выдача информации, поступление, движение средств вкладчика единого пенсионного фонда. Есть отдельная информация, состояние пенсионных накоплений с учетом инвестиционного дохода. Вкладчика получит единый накопительный пенсионного фонда. Это разные справки абсолютно. Поэтому нужно именно вот так. Без инвестохода, которое первое. Дальше выбираете здесь период какой-то. Обязательно это можно сделать только после авторизации. Открывает отчетный период. Вам нужно будет открыть с 1998 года. Установить с 98 года по сегодняшний день, и тогда можно будет заказывать справку. Вам она скачается прямо на сотовый телефон. После того, как выбрали услуги, нажимаете «Заказать услугу». Видите, это бесплатная услуга, не более 10 минут. Когда его сохраняете в PDF-формате, просто можете выслать мне документы, я проверю. Трудоустройство и занятость. И вот это первое верхнее. Выдача информации, поступление, движение средств вкладчика, накопительного пенсионного фонда. Это можно сделать. Хорошая здесь функция есть такая. Это цифровые документы, которые у вас есть. Здесь тоже можно будет найти. В том числе бронирование очереди в ЦОН. Кому-то нужно... услуги, там отсутствие судимости, физлица и так далее. Очень хорошая вещь – это отсутствие оплаты налогов, обязательных платежей, государственная пошлина, проверка документов, выданных ЕГОВ. То есть очень много хороших приложений. Значит, устанавливается она через Play Market. Просто набираете egov.kz и вот это синенькое. Здесь же очень хорошая вещь e-Salik Mobile. Здесь она чем хороша? Здесь все налоги, которые вы платите за квартиру, за дом и так далее, здесь тоже отражается. Поэтому очень удобно, лучше, чем даже на компьютере. Я, например, ее пользуюсь для того, чтобы посмотреть там, какие у меня налоги есть. В общем, очень интересная услуга. А у меня на сегодня все. Доброго дня.